Разве такое бывает? Или это морок, колдовство? На троне империи мечтательный мальчик. А за него правит его старшая сестра. Мудрая, справедливая, решительная. В комедийной хоромине царя Алексея Михайловича шло действо о византийской царевне Пульхерии, правительнице при малолетнем императоре. Вся царская семья, затаив дыхание, следила за происходящим на сцене. И только одной из царевен было не до забавы. На сцене она увидела свою воплощенную мечту. Откуда ей было знать, как далеко заведет ее эта мечта?